попросились пойти гулять. Я дома готовила кушать. Ну, когда в какой-то момент бегали дети на улице, были звуки. Потом я почему-то какая-то секунда, что тишина. Ну, следом прозвучал взрыв. У меня как раз кума была в гостях. Мы выбежали на улицу, побежали, ну, ориентировочно по звуку. На встречу бежал Женя, друг Сергея, и сказал, что Сережа подорвался. Он весь в крови. Мы по дороге вызвали скорую. Скорая приехала быстро, но умер он у меня на руках в скорой помощи. Сергей был добрым мальчиком, никогда никому не отказывал в помощи. Нравилось ему играть в футбол. Мечтал стать автослесарем. И как бы с 5 класса и до последних дней ни разу своего решения не изменил. Нужна для того, чтобы все знали, чтобы эта информация вышла, что действительно о том, что здесь у нас происходило. И я думаю, для каждого из родителей она важна как память, что дети эти не забыли. С начала гражданской войны на Донбассе погибли более 200 детей. В память о них в Донецке и Луганске появились аллеи ангелов с памятниками детям Донбасса. Мы хотим, чтобы о погибших ангелах узнали как можно больше людей, как в России, так и за рубежом. И тем самым пытаемся почтить память каждого погибшего на Донбассе ребенка.